Все, мы практически всех съели. Давайте в пещеру, в пещеру, в пещеру. Давайте, что у нас в пещере? В пещере подводные лодки, ребята, и машины какие-то. Давайте их, собственно, с вами будем съедать. Ммм, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребята, мы уже 6 с чем-то метров. Мы скоро будем 7 метров в длину, дорогие друзья. Так что... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Tasty Blue. Так, ребята, съедобный океан или съесть океан, так, ну что ж, давайте продолжим. Мы в прошлый раз, ребятки, начали играть дельфинчиком, вот мы, собственно, ним и плаваем. Так, отличненько, так, нам предлагают кушать 7 маленьких рыбок, дорогие друзья, чтобы потихонечку расти. Давайте, в принципе, с вами будем... делать то, что нам говорят. Так, здесь можем красненьких даже кушать. Видите, они прячутся в красных водорослях, ребят. Так, желтеньких пока мы кушать не можем. Где чаечки? Где чаечки? Дайте чаечку, пожалуйста. Так, давайте синенькую, синенькую, иди сюда. Ого, все, ребята, мы можем всех рыб хавать. Посмотрите, даже желтых. Вы видели, ребят? Вот это круто. Так, все рыбки, идите сюда. Ням-ням-ням-ням, я вас всех поседаю. Ого, вот это да. Вот это быстро. Ого, ребята, посмотрите, какой я уже большой. Вау, круто. Сальто, вау, сальтуха. Отлично, отлично, просто супер. Просто замечательно. Так, 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 отличненько. Отличненько, я считаю, что это просто круто. Так, ну что-то еще мы там можем. Я думал, я уже водоросли могу кушать, ребята. А я на самом деле могу только хавать пока что рыбочку. Так, рыбушка, рыбушка, иди сюда, маленькая моя рыбочка, рыбочка, рыбочка. Все, ребят, мы... О, все, посмотрите, мы все хаваем, ням-ням-ням. Вау, круто. Я все съедаю, ребята, посмотрите, я все ем. Я ем все подряд, даже этих, наверное, скоро съем. Посмотрите, вау, я все съел, вау, иди сюда. Ребята, посмотрите, я все, даже бревна съел. Отличненько, ребятки. И мы с вами с легкостью прошли этот уровень. Ну что ж, ребятки, давайте продолжим. Продолжим, продолжим, нажимаем. Так, ну что ж, погнали, что здесь у нас? А здесь у нас черепа, ребята, и нам предлагают собирать золото. Черепа, наверное, каких-то пиратов, которые очень давно здесь жили, ребят. И нам, собственно, нужно собрать с вами здесь золото, которое здесь они оставили. Вау, вау, черепа падают на меня, спасите. Мы можем уже хавать черепа, ребята, вау, посмотрите. Вот это мы даем. Мы начали хавать уже черепа. Посмотрите, какие мы большие. И ящик. Отличненько. Такой легкий уровень и простой. И мы с вами, ребятки, уже его прошли. Так, ну что ж, ребятки, давайте двигаться потихонечку дальше. Что у нас здесь? Так, здесь мы тоже видим маленьких рыбок. Надо нам кушать. Ням-ням-ням. Так, отличненько. Давай, дельфинчик. Кушай, кушай, кушай. Расти большим и не болей. Нам надо стать очень большими, чтобы... не проигрывать. Ого, ребята, посмотрите, как быстро я набираю вес. Вы такое видели, ребята? Посмотрите, какой я уже большой. Вау, круто. Очень похоже это, ребят, игра на Дельфин Эко. Когда-то была такая игра давно. Дельфин Эко. Так, давай, давай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Тести Блю. Так, 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 так. Дайте что-то на дне собрать. Вау, ребята, меня что-то укусило. Меня укусило что-то. Но мы их уже можем, кажется, кушать. А они нас раньше кусали. Вау, осьминог. Там сидит осьминог. Вы видели, ребят? Он мне не дает ничего делать. Говорит, уходи отсюда, вы из моего дома. Не пущу я тебя к себе. Так что нам, ребят, приходится довольствоваться тем, что у нас, в принципе, есть. А осьминога мы еще пока кушать не можем. Так что давайте попросту съедим бревна. Все, отлично, 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 отлично. О, ребята, до осьминога практически дошли, но уровень мы так уже и прошли. Так, ну что ж, ребятки, продолжаем нашу замечательную игру. А здесь что нам нужно кушать? А здесь нам нужно кушать, ребятки, кокосы, которые падают с деревьев. Надо нам собрать, ребятки, 100 штук. Так, 100 кокосов нам надо, ребяточки, собрать. Мы сейчас с вами это с легкостью сделаем. И все, и вопрос будет решен. Давай, давай.
давай, 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 еще совсем немножко, вау. Ого, уже 42, ребятки, посмотрите, сколько я уже кокосов собрал. Круто, да? Вы скажите, скажите, просто замечательно. Просто, просто круто, просто замечательно. Ой, ой, подождите, подождите, подожди. Еще хочу кокос, вот этот кокос хочу. Подождите, подождите, да что ж ты будешь делать? Дайте мне вот этот кокосик. Все, отличненько, 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 ребяточки. Все, 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 70 кокосов уже мы собрали. Ребята, надо еще 30 штук, чтобы мы прошли этот уровень. Дайте мне 30 кокосов, и я уже от вас отстану. Дайте мне, пожалуйста, еще немножечко. Так, 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 еще совсем чуть-чуть, ребятки. 89 кокосов мы уже собрали. 94, давай, давай, давай. Еще совсем 5 штук осталось. Давай, 97, все, ребятки. 99, все, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли с вами этот уровень. Круто, дорогие друзья, классно, просто. Так, кто у нас здесь? О, у нас здесь селедочка. О, и аквалангисты здесь у нас. И большая есть рыба, которую еще пока что нельзя нам кушать. Ой, здесь люди, ребята, плавают. Значит, мы скоро подключимся и начнем их хавать. Да-да-да. Также здесь есть, ребятки, пещера вот такая большая, видите? О, отличненько. Это уже говорит нам о том, что мы можем кушать селедочку, которая намного побольше. Так, давайте ее, собственно, начнем хавать. Отличненько, отличненько. Просто супер. Просто замечательно, ребятки. Просто отличненько. Так, 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 хорошо. Так, давайте уже, наверное... О, мы можем уже спасательные круги хавать. Отлично, уже немножко съели. Так, ну человека мы еще пока не можем кушать, ребятки. Человека мы еще пока не можем кушать. Зато мы можем кушать, ребятки, селедочку. Селедочка любимая, все. На селедке мы выросли, ребят, на селедке, собственно, мы и растем. Так, отлично. О, ребята, мы съели людей. Вау, вот это круто. Вы видели, ребята? Какие мы стали большие, дорогие друзья. Мы всех поседали. Вот это да, вот это круто. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Да что ж ты будешь делать, а? Так, дайте, ребятки, срочненько съесть кого-нибудь. Ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно. Ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Ой-ой-ой-ой, как вкусно. Так, хорошо. Замечательно просто. Посмотрите, какие мы уже большие. Мы 2.5 метра водолазов хаваем. Всех хаваем. Вау, даже людей на берегу сейчас съедим. Посмотрите, ребятки, посмотрите, что мы умеем делать. Вау. Вот это да, вот это круто. Ребята, посмотрите, какие они огромные. Сейчас к людям на вышку заберемся. Да, посмотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Ого, ребята, мы уже 3 метра. Мы уже 3 метра. Посмотрите, какие мы большие. Давай, давай, с глубин поднимаемся. И... Нет, нет, мы еще не можем пока повалить наши. Давай, с глубин, с глубин, с глубин. И нет, 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 еще не можем. Ну, уже, наверное, точно можем. Здесь машина. Ребята, давай, выплывай. Давай, съедим их всех. Отлично, ребята, мы съели только что надзорника, который смотрит на нас. Так, всех водолазов. Посмотрите, еще в пещере, сколько их много там. Вот это да, ребятки, нам еще здесь проходить и проходить с вами. Вот это да, вот это круто. Отличненько, отличненько, просто отлично, ребята. Все, мы практически всех съели, давайте в пещеру, в пещеру, в пещеру, давайте. Что у нас в пещере? В пещере подводные лодки, ребята, и машины какие-то. Давайте их, собственно, с вами будем съедать. Ммм, как вкусно, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребята, мы уже 6 с чем-то метров. Мы скоро будем 7 метров в длину, дорогие друзья. Так что, собственно, вот такие вот дела. Так, ребятки, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью тоже прошли этот уровень. Ребятки, а я хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Обязательно подпишитесь, ребятки, на мой канал. Поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. В следующем видео мы поиграем в черепашки-ниндзя. Ну что ж, дорогие друзья, не забываем подписываться, а с вами был, как всегда, ваш Юра, вы были на канале Вечное Детство. Дорогие друзья, пока-пока!
перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Все, мы практически всех съели. Давайте в пещеру, в пещеру, в пещеру. Давайте, что у нас в пещере? В пещере подводные лодки, ребята, и машины какие-то. Давайте их, собственно, с вами будем съедать. Ммм, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребята, мы уже 6 с чем-то метров. Мы скоро будем 7 метров в длину, дорогие друзья. Так что,